Это делает все правильно, потому что высокие тарифы, народ этим недоволен. Вот дочка у меня включает, из горячего крана льется холодное. Сливаешь целую ванну, оплатить по полной. Вот сейчас пошли 6000, вот смотрите, за двухкомнатную. Вот они понизят ее до 50 градусов по Цельсию. Вот. Тариф понизится. Но через 3 месяца тариф опять пойдет вверх. Вот. Соответственно, найдут причину повышения этого тарифа. Платить больше, лишь бы была горячая вода. Потому что сейчас бывает, может быть, и норма 60, а она бывает ниже 50. Потому что и купаемся не разбавляем, и посуду моем не разбавляем воду. А если примут такое решение, то это повод для наших жилищников вообще оставить нас без горячей воды.